Временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Михаил Игнатьев с рабочим визитом посетил два производства в Чебоксарском районе. Завод высоковольтной аппаратуры и электромеханический завод. Производство комплектных трансформаторных подстанций, блочно-модульных зданий и распределительных устройств. Все это производственные участки Ишлейского завода высоковольтной аппаратуры. На сегодняшний день завод планирует выпустить продукции на уровень 1 миллиарда рублей. И, соответственно, ближайшие планы, которые мы осваиваем, это строительство дополнительных производственных площадей и выход на объемы порядка 1,5 миллиардов. Это планы в течение буквально ближайших 5 лет. Руководитель региона также посетил Чебоксарский электромеханический завод, где осмотрел лазерный участок, цех порошковой конвейерной покраски и участок заготовки металла. Оба предприятия развиваются, динамики хорошо, несмотря на кризисные явления. В данном случае динамика в Ишлейском заводе высоковольтной аппаратуры составляет 30%. Мы говорим, посвящая отдельные предприятия, о том, что вот здесь падение, покупательский спрос упал и так далее. Почему у них динамика хорошая? И на электромеханическом заводе почти 2 раза. Потому что они уже были готовы к производству конкурентоспособных товаров, комплектных трансформаторных устройств, модельных блоков. Михаил Игнатьев встретился с трудовыми коллективами заводов. Работников предприятий волновали вопросы, касающиеся строительства детских садов, дорог, освещения улиц, запуск полигона ТБО в Новочебоксарске, а также реализация программы «Жилье для российской семьи». Юлия Важенина, Расиль Мухамедов, Республика.